25 марта, воскресенье, мы остановились в поселке Заморский. И сегодня мы решили погулять по Караганке. Что из этого получится, узнаем позднее. Сошел. Какой же хороший он развернулся в лунке. У меня вот чертик залетится. А. Ну, неплохо. Время 12:30. У меня 0. Ну, а что тут у друзей? О! Степан нас косил просто. Просто накосил. Ну, половину можно, конечно, отпустить было. Я сейчас маленьких отпускать стал. О, и Максим отличился. Ну, вообще здраво. Как, грамм на 350. Сколько? Ну, говорит, 350. 300. О, 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 друзья, наконец-то я поймал зачетного окуня. Вот он идет. Этого я возьму домой, на копчение. После того, как я разловился, поймал двух окуней, а Максим тут монстрика вытащил. Степан так вообще там целую гору накосил. Колено. Мы решили пообедать. Погуляли мы уже, сколько мы километров погуляли? 6.09 пока. 6 километров только в одну сторону мы погуляли. Хорошо, пошли. Так что, друзья, сегодня вообще то, что мы хотели, то есть погулять по Караганке, мы уже это сделали. А вот насчет рыбы пока неизвестно. Ты как новичок в этом деле? Я доволен по уши. Я хотел ходить поискать окуня. Все получилось. Чуть-чуть половил. Да, Степану, повторю, 14 лет, и этот парняга с нами 6 километров оттопал. Пробурил, правда, лунок поменьше, физики у него не хватает, но ничего. Ну, а тебе, Максим? Мы им займемся. А! Как? Ну, ставил задачу поприключаться, задача уже выполнена. Да? Сейчас дойдем обратно, перевыполним. К обеду ветерок стихнет, попробуем наши прогулки снять с высоты птичьего полета. Я вам продемонстрирую глубину снежного покрова и льда вот в Караганке. Вот бур мне по грудь, можно сказать. Под ручку еще не добурили. О, пробил. Фух.
Да. До воды. Вот такая вот здесь глубина. Мы вернулись на старые набуренные лунки, которые с утра бурили. Есть все-таки плюс бурить много, потому что при возвращении домой, а сейчас не так холодно, они не затягиваются льдом, стоят спокойно, и в них ловится окунь. Опа! Ох ты! По губам вдарил. Не тот размер. Вот что-то под вечер поперло. Второй. Закончилась наша очередная рыбалка. Ну, по ее итогам хочется сказать, что она была лучшая за последние две недели у нас. Мы наловили окуня, узнали новые места рыбные, познакомились с новыми людьми. И думаю, что это была не последняя поездка сюда, а к Караганку.